Лада 9 модели с середины дороги начала перестраиваться направо на разворотную петлю. Чтобы не мешать потоку машин, которые двигались с большей скоростью, парень решил прижаться как можно ближе к краю проезжей части, но в итоге задел по касательной мотоцикл. Небольшого удара оказалось достаточно, чтобы спортбайк рухнул на асфальт, и его по инерции проточило около 10 метров. Все нормально, у нас все решили. Вы виноват? Да? Вы не увидели, что человек? Да, получается так. Часто в аварии, которая происходит с участием байкеров, автомобилисты винят в случившемся исключительно владельцев мотоциклов, утверждая, что эти ездоки всегда нарушают скоростной режим, опасно перестраиваются из ряда в ряд. В общем, заметить их вовремя на проезжей части нереально. В данном случае шофер «Лады» не стал юлить, а честно признался, если бы сам внимательно смотрел в боковые зеркала, ничего не произошло. Судя по повреждениям расположения транспорта на проезжей части, скорость у мотоцикла была небольшой. От каких-либо серьезных травм байкера спас шлем. Тем не менее, молодой человек все равно решил вызвать медиков скорой помощи. Подъехавшие врачи обнаружили лишь небольшой ушиб, и забирать в больницу парня не стали. С документами у байкера было все в порядке. Мотоцикл оформлен, пройден техосмотр и куплена автогражданка. Поэтому после оформления протоколов парень надеется отремонтировать железного коня за счет страховщиков. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».